Второе к Коринфянам, вторая глава, 14 стиха. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. И другой перевод, что говорит. Он всегда, благодарение Богу, что Он всегда ведет нас как пленников в триумфальном шествии Мессии. Благодарение Богу, что Он ведет нас как пленников. То есть мы как Его пленники. Слава Богу, что мы Его пленники. Мы в плену. Я вспоминаю свое пророчество, о котором я вам говорил, что я как буду как то привязанное животное. Вот. И вы знаете, я согласен. И вот именно для меня, вот для моего как бы вот такого внутреннего и внешнего человека, для меня как с моими слабостями и с моими какими-то хорошими вещами, это очень, для меня это очень подходит. Потому что у вас, может быть, тоже так может приходить какое-то своеволие. Вот, и все, и ты почувствуешь, что ты можешь распуститься, руки развязаны, и все. И малейшее ослабление может привести к непоправимому. Поэтому мы пленники. Да? А если мы пленники, то мы в триумфальном шествии. Мы в Божьей победе. Да? То есть Он нас ведет. Мы не можем сами по себе идти. Мы не можем без Него идти, но только с Ним. Он дает нам цель, Он дает нам видение, Он дает нам желание, Он учит нас. И вторая половина 14 стиха говорит о том, что благоухание познания о себе в то время, когда мы движемся, в то время, когда мы шествуем в этом триумфе, когда мы идем к этой победе. То есть наше движение, наше служение – это уже победа, да? Это уже триумфальное шествие, правда? Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего. То есть мы уже победители. В глазах Бога мы победители. Он победил, Он взял Иешуа ключи от врата, от врат ада, да, от бездны. Он победил грех, победил смерть. Ад, где твое жало? Ад, где твоя победа? Помните? То есть Он это все совершил. И Он хочет эту победу нести вместе с нами. Это желание Его. И благоухание познания себе в этом триумфальном шествии Он распространяет нами и через нас во всяком месте. Хорошая у нас цель, правда? Хороший плен. 15 стих. Ибо мы Христово благоухание Богу и в спасаемых, и в погибающих. Хорошо, когда люди спасаются через то, что они видят в нас Бога. Это очень хорошо. Но мы не должны расстраиваться, если люди видят нас Бога, но не понимают, или не хотят, или выбирают свой путь, и тогда они гибнут. Безусловно, мы должны до конца идти, бороться за жизнь каждого человека, но мы не сделаем выбор за человека, и мы не сможем покаяться за человека. Правда? Мы можем покаяться за свои грехи, но за человека мы это не сделаем.
И это наше призвание – созидать Его тело, обогащать Его тело друг другом, нашим служением, и наше призвание – жертвовать для Него. Еще одно место, Ефесянам 4 глава. Это тоже очень интересная глава. Шестнадцатый стих. Здесь говорится о совокуплении, здесь говорится о составляющих частях, о том, что тело, оно сохраняет единство, и части этого тела, они связаны тесными узами, и каждый член этого тела, каждый орган, он исполняет свое предназначение, и все тело растет и созидается Его любовью. Помните, сии пребывают вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Каждый орган, каждый член, мы как члены, как части этого тела, мы исполняем свое предназначение, данное каждому нам, из нас. И в результате нашей части, нашего исполнения, все тело растет и созидается Его любовью. И что такое совокупление? Совокупление – это живое соединение каждого из нас. Живое соединение нас как личностей. Мы для Бога важны. Мы для Бога ценны. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он отдал Сына Своего Единородного. Бог возлюбил каждого человека. Из которого все тело составляемое. Составляемое – это значит живое строение. Живое строение. Живая Божья структура жизни. Совокупляемое. Живое соединение нас как личностей. Составляемое. Как живое строение, где мы сливаемся и соединяемся друг с другом. Сливаемся в одно целое. Мы, как живые личности, соединяемся друг с другом в одно целое, нерушимое, дополняя друг друга. И мы очищаемся этой единой Божьей жизнью и расцветаем. Очищаемся этой Божьей жизнью. Получаем приращение для созидания самого себя в любви. По вертикали, по горизонтали. Все члены этого тела соединяются в Мессии, соединяются в Его любви. Это Божья структура жизни. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Посмотрите. Всяких взаимно скрепляющих связей. Ранее в стихах говорится о
служении, которое Бог поставил. В 12 стихе в этой главе написано: «К совершению святых на дело служения они поставлены, для созидания тела». Мы, как с вами служители, мы имеем свою часть, свое служение. И мы скрепляемся, соединяемся друг с другом. Всяких взаимно скрепляющих связей. Каждое служение, которое есть в Церкви Божией, в общине Божьей, и врата ада не одолеют ее, это как функция пастор, это как функция, апостол, это как функция, евангелист, это как функция, учитель, это как функция. Служение молитвенника, к примеру, оно может иметь большую награду на небесах, чем служение апостола. К примеру. То есть Бог так соединяет, созидает свое тело, что для Него мы все важны. Мы соединяем друг друга, мы взаимно скрепляющие связи. Знаете, это так поднимает. Сейчас, Сереж, это так поднимает ценность и важность нашего служения. Какое бы мы ни несли служение, если мы к нему относимся не небрежно, а действительно с отношением посвящения и прилежности, ответственности, где мы радуемся, что у нас есть это служение или другое служение. И оно помогает расти и созидаться другому служению. Это очень ценно в глазах Бога. Какие бы ни были служения в общине, одно служение может быть очень видное, да, и оно заметно, его все видят. Там человек-молитвенник, он всегда на виду, или человек проповедует. А есть служения, которые не всегда видно, не всегда заметно. Но они тоже ценные, и они тоже очень важные. Почки, печень, нервы. Как нам еще какой взять пример из повседневности нашей, чтобы нам увидеть вот эту Божью структуру жизни? Может быть, образ воды. Вода имеет скрытую, сильную молекулярную такую структуру. Воду нельзя сжать, правда? Мы можем воду налить в какой-то сосуд, и она может приобрести какую-то форму в этом сосуде. Да? Но ее воду саму по себе нельзя сжать. Если она замерзнет, тогда мы можем что-то из нее сделать, правда? Но пока вода течет, мы не сможем ее сжать. Мы не сможем из воды выкрутить руки, сделать дульки или пионерский галстук. Правда? У нее свой независимый характер. Совершенно верно.
Она независимая структура. Понимаете? И то же самое структура тела Мессии. Она, это независимая структура, где все части связаны в одно. Вы понимаете? Поэтому для нас просто то, что мы с вами читаем, это, конечно же, еще раз прощем. Даже можно вот, ну давайте с 11-го. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых». А кто такие святые? Мы. Аллилуйя. Святые – это мы, правда? Святые – это мы, к совершению святых. На дело служения, для созидания тела Мессии, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Мессии, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Мессия, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Вы понимаете? Одно без другого служения, оно не сможет функционировать. Если мы хотим сделать какую-то евангелизацию, сколько нам для этого нужно? Правда? Времени, денег, ресурсов, людей. Все, что связано с аппаратурой, все, что связано с приготовлением, какие-то пригласительные. То есть, какой круг людей должен быть задействован? Пожалуйста. Это, мне представляется такая наглядная картина, связанная с описанием творения. Чем человек отличается от животных? В отношении животных Всевышний повелел земле, и она произвела. А про человека мы видим, что Бог сотворил, создал, можно сказать, собственноручно слепил. Причем мы знаем из чего, из праха. И сейчас, по сути, происходит тот же самый процесс, только немножко на другом уровне. То есть Всевышний берет каждого из нас как горсть праха, потому что написано «прах ты и в прах вернешься». Значит, и лепит вот из нас всех, лепит вот это вот тело Мессии на земле. Значит, и когда он слепил это тело, вот каждый из нас занял какую-то позицию, какое-то место. Кусочек праха в этом мертвом теле. Написано, вдохнул дыхание жизни. Духа Божьего вдохнул в это тело. И стал человек душою живою. А Писание говорит о том, что кровь является прообразом и носителем души. То есть вот эта вот жизнь, которая протекает в нас, вот эти вот взаимно скрепляющие связи, даже вот из анатомии мы знаем, что кровь является соединительной тканью. Значит, кровь очищает все органы тела, протекает через все органы тела, приносит все необходимое для жизни. То есть вот Всевышний вдохнул в свое тело здесь на земле, вдохнул дыхание жизни, и внутри нас потекла кровь Мессии, которую мы получаем, кстати говоря, посредством причастия, да. Которое с греческого «евхаристия» аж буквально переводится как «благодарение». То есть мы благодарим Бога, через эту благодарность мы получаем все необходимое для жизни и благочестия. Вот когда имеем общение друг с другом, вот они, взаимно скрепляющие связи, вот эта вот кровь Иешуа Мессии протекает через нас. То есть, ну, это, можно сказать, такое метафизическое тело, но оно реально. Писание нам говорит об этом. Вот такие вот подробности. То есть, по сути, сейчас вот происходит второе рождение человечества. Но уже не по образу Адама, а по образу Мессии Иешуа. Да, да. Спасибо большое. Да, так что... Да, так что вы понимаете, что... Это часть завета. Да? Часть завета, составные части завета. Жертва, кровь. То, что мы с вами говорили. И служение вообще, служение Богу – это дар, да? Служение Богу – это дар, поэтому это дар, это подарок, это дар, это подарок. Служение, которое мы имеем, это подарок, поэтому
Нам с вами важно ценить этот дар, любить. И служение – это подарок вечности. Это мечта, которая направлена от земли в небо. Мечта, которая направляется от земли прямо в небо. Вот если мы так подходим к этому, то тогда для нас действительно служение – это, ну, просто большая радость. И мы тогда понимаем, что это не какое-то ярмо, которое мы на себя взвалили, или на нас его кто-то повесил. И вот мы с этим служением ходим, несем и мучаемся. Правда? То есть, когда мы подходим к тому, что служение – это подарок, это дар, и это открывает путь в небеса и вечность, то тогда мы с радостью можем служить. Правда? С радостью служить. С радостью служить. Но надо себя в этом, ребята, всегда просто... Потому что разные ситуации могут быть, и наше настроение может меняться, нежелание, еще какая-то усталость. Вот для... Есть разные периоды, поэтому очень важно, конечно же, всегда это помнить. Всегда это помнить. Вот, и мы можем быть теми праведниками, которые могут об этом напоминать людям в наших служениях, да, чтобы поднимать этот Дух Божий в общине, вот, чтобы Божья река, она текла, и Его кровь, она действовала. Да, Сергей? Немножко хотел дополнить и вопрос задать. Можно? Давайте. Сначала вопрос. Вопрос. Вы сказали, в отношении служения молитвенникам намного важнее. Это как пример. Я понял. Любой, это как пример. Я понял. Ну, я хочу проанализировать. Я не могу сказать, что я не согласен, просто я хочу проанализировать немножко глубже. Служение молитвенникам намного важнее, чем служение апостолам. Это ваше понимание как из Откровения или из Местного Писания? Когда я об этом говорил, я показывал важность в соответствии места из Писания, Ефесянам 4:16, о том, что у каждого служения есть своя мера, важность, и через эти взаимоскрепляющие связи мы созидаемся в теле. Поэтому, когда я говорю о молитвеннике, это функция. Когда я говорю о апостоле, это функция, потому что, ну, когда ты говоришь апостол или к нам приезжает апостол, 100% это помазанные люди. Это люди, у которых я есть плоды. Могу ли я рассмотреть методом причинно-следственной связи, что молитвенники и служение им – это как бы причина, а апостол – это уже следствие молитвенников в какой-то степени, где-то, отчасти? Я думаю, что оно… ну, например… Допустим, быть, то есть, как бы, с одной стороны, оно может функционировать одновременно. С другой стороны, если брать пример поместной общины, вот нашу общину не насадил апостол. Да, вы понимаете? Так получилось. И как бы сейчас над нашей общиной нету как бы явного признанного апостола. Но есть молитвенное служение, есть молитвенники. Ну, вот так. Хорошо, я хотел дополнить к Виктору. Вот в отношении крови, как он объяснил, как бы такое свое понимание, что Бог нас вдохнул кровь Машеха, да? Да, и потекла Мессии. А я вспомнил место Писания, там, где сказано... Кровь неубиенных будет вопить вечно. Угу. Насколько важна кровь человеческая. Да, кровь, невинная. Вообще крови. Да, невинных. И она будет вопить вечно. Это вообще... Да, хорошо. Давайте тогда дальше. Дальше с вами пойдем. Сейчас мы перейдем к посланию к Галатам. Послание к Галатам, 6 глава. Откройте, пожалуйста. В природе есть такие деревья, которые называются саквоя. И это деревья, они самые высокие, у них корни переплетаются с деревом друг друга. То есть они могут расти только вместе. Но интересно, что каждое дерево, оно должно пустить свои корни, и тогда оно становится всех, чтобы расти, частью всех, чтобы расти. Понимаете? То есть оно само по себе, когда оно пускает корни, оно не сможет расти. Оно может расти за счет того, что оно переплетается с корнями другими, и
через это да, растут эти деревья. То есть это вообще в природе. Такие деревья есть. Вот, я когда немножко читал об этом, вот, размышлял и видел эти деревья, вот так люблю исследовать там все, что связано с природой, там, с животным миром, с географией, археологией. Вот, для меня это очень интересно. То есть само по себе без помощи других оно не вырастет. Вы понимаете? Оно не вырастет. Поэтому даже если мы видим очень успешного служителя, вы видите очень успешного служителя, или вы даже очень успешный служитель, мы должны всегда помнить, что есть те или были те, которые помогли нам состояться и дойти до этого времени. Да? Которые вырастили, которые заботились, помогали, учили, кормили, наставляли, обличали, вот, поддерживали и так далее, жертвовали. Вы понимаете? Поэтому этот пример с деревьями, конечно, то есть без помощи кого-то... Что, Валентин? В Америке. Да. Может, еще где-то, но вот я точно знаю, что в Америке. Вот, они вообще самые такие высокие, такие громадные. Вот. Хорошо. Что? Саквоя, да? Угу. Интересно, как они за ними смотрят. Хорошо, Галатам 6 глава. То есть этот пример с деревьями для нас, он такой очень важен, чтобы строить взаимоотношения. Да? Интересный пример для созидания и роста общины. Хорошо, и вот 6 глава. Братья, 1 стих. Если впадет человек в какое согрешение, вы духовные... Исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, помогайте друг другу нести свое бремя и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. И когда мы посмотрим на эти стихи, то можно сделать очень интересное одно наблюдение. То есть, что значит помогайте друг другу нести свое бремя? Что значит носить бремена друг другу? Первое – это то, что можно как бы увидеть одну часть и вторую часть. Первая часть – это значит, что у нас есть с вами способность, это Богом заложено в нас, отворачиваться от своих проблем, от своих нужд, от себя, да, и откликнуться на чужую нужду. То есть помогайте друг другу нести свое бремя. И тогда очень часто бывает, мы видели в жизни нашей семьи, что Бог тогда вот реально сверхъестественно, и даже порой уже это становится и естественно, то есть это становится как нормой, он решает наши нужды. Нам кажется, что вот если мы не решим свои проблемы, вот мир остановится и так далее. И естественно, из-за того, что у меня нерешенные проблемы, вот, у меня не совсем такой правильный взгляд, я не могу, я, ну, как бы... нет желания или что-то еще. То есть это как бы перекрывает такой взгляд на служение другим людям. Вот расскажи сейчас, Алена, свидетельство. Понимаете? Понимаете? То есть очень важно, когда мы отворачиваемся от себя, вот когда мы переносим взгляд от своей нужды, и мы очень часто вообще не об этом говорим. Послушай, мы не можем ты не можешь зацикливаться только на своей проблеме. Эта проблема есть, Бог его знает. Да. Бог все контролирует. Она еще не решена? Не решена. Но ты знаешь, что она может решиться? Человек, да, может решиться. Ну как? Ну, мы можем посмотреть, как мы... Но послушай, нельзя на ней зацикливаться. Если она сейчас не решается, вот она может позже решиться. Но тебе не нужно сидеть и бездействовать в этом направлении, ничего не делать или перестать служить и ждать, пока она решится. Потому что для человека, пока не решится проблема его, все, как я могу вообще, вы понимаете? То есть это брехня вообще. Да. Это ложь. Пожалуйста, Лёна. Да. Слава Богу. Вот у меня я когда... Что?
У меня, когда дома при освобождении на свободу, у меня даже не было где спать нормально. Вообще, даже не было кровати, на чем спать. Но я пришла в церковь, я сразу же, вот где-то буквально какое-то количество, маленькое время, я стала служить, служение, и я как-то начала меньше обращать на свои нужды, в чем я нуждаюсь, а в чем мне спать, на чем, во что одеваться. И сверхъестественно просто со всех сторон мне благословение. Сейчас, вот уже спустя пару лет уже, Господь побеспокоился о ремонте моей квартиры. У меня уже есть квартира, на чем спать, и не на одном диване, а уже на несколько диванах даже. Сразу на несколько диванах. Да, не самой, слава Богу. Ты ночью перемещаешься? Да, мне благословляют со всех сторон мебелью, хорошей мебелью. Вот вчера, позавчера занесли хорошую мебель. И вообще Господь настолько обо мне, ну, печется, потому что, ну, я просто меньше стала обращать внимание на себя, что мне одеться, что, во что мне, Господь настолько чудесно заботится обо мне. Слава Богу. Это слава Ему. Хороший, да. Хороший живой пример, правда? Очень хороший, очень хороший, очень хороший. У нас по этому поводу тоже есть вот такое свидетельство, вот Алена сказала, про ремонт в моей семье. Значит, мы живем в пятиэтажном доме, и мы же, когда мы там все продали, единственное, что мы не продали перед нашим возможным уездом в Германию, у нас осталась квартира родителей, Фаининых родителей. А? Да, да, свою мы все продали и так далее. Вот. И вот так как-то получилось, Бог нас сохранил, вот, ну, он же знает, то есть мы это не продали, вот. И вот как началась община в 99-м году, дуэт, это квартира родителей, ну, и родители практически вообще за 35 лет, сколько там этому дому уже 40, они вообще не делали даже косметического ремонта, вот. И вот мы оказались в этой вот квартире. И представьте, и все сыпется, потолок сыпется уже, это вся штукатурка, обои рвутся. Вот я, туалет и ванная, ну, как бы совмещены вместе. Ну, это нормально, с одной стороны, но то, что у нас там было, там, это, конечно, был тяжелый случай, какое оно все было в каком-то состоянии. Вот, кухня. И, естественно, когда у нас началось служение, то, как вы помните, я говорил, то есть, кроме того, что у нас домашние группы были по 30-40 человек, вот, и часто же люди приходили и ночевали, а когда гости приезжали, вот, или просто там кто-то нуждался, то понятно, что, ну, в общем, было непросто, но мы понимали, что мы служим Богу, и, допустим, если, допустим, я как мужчина, я как-то к быту так, ну, по крайней мере, я как мужчина, отношусь так более-менее нормально, хотя я понимаю, есть какая-то на мне мужская ответственность за семью и за быт, вот. А для женщины это немножко трудно. Все, что связано с кухней, все, что связано, вы понимаете. То есть для женщины это, конечно, и могут приходить такие даже и депрессии, вот, и так далее. То есть, а если еще как бы становится, ну, женщина взрослее, там мать, и дети растут, к примеру, и так далее. Ну и когда молодая жена, конечно, тоже хочется сразу все ухватить, вот, и выхватить. Вот, и муж до того, как женился, был таким сильным служителем, горел, а потом, когда женился на молодой жене, и молодая жена его прихватила, все, человек просто перестает служить, и все, он уже весь... как бы в плену у своей богини, которую он начал вдруг боготворить. Вот. Ну, такие крайности, о крайности я говорю. Дай Бог, чтобы все семьи служили Богу и понимали, что они стоят перед хупой вообще, что они делают и что они должны делать для Бога друг с другом в этом завете, любить друг друга и служить Ему. Вот. И у нас пришла такая ситуация, что мы понимали, что, ну, конечно, тяжело. Мы стол, у нас стоял стол на кухне, и нам его нужно было выносить в зал, ну, в центральную комнату. То есть это не проходная комната, нужно было его выносить,
Вот, вот так узкий коридор, вдвоем его нужно было нести, этот столик, а на нем же там тарелки и все такое. В общем, вот это все постоянно было такое хождение, это были такие неудобства. Я как вспомню. Ну, вы знаете, мы на это ну, как-то сильно не смотрели. Я поражался, что моя жена Фаина, она очень нормально к этому как бы реагирует. То есть мы понимали, что нужно что-то менять, но мы также и знали, что мы не можем сейчас оставить служение, мы не можем сейчас как-то заниматься ремонтом. Во-первых, у нас нет средств, и, во-первых, на это нужно время. И так, ну, достаточно так первые годы, лет 5-6, мы постоянно были в служении. То есть мы постоянно были в служении, нам ну, хотелось служить, мы любили Бога, ну и... Хотя видели, как люди изменяются, люди каются. Ну, представьте, из 5 человек, как оно начинает у тебя на глазах все расти, и действительно люди рождаются, и потом становятся новыми людьми. Конечно, это приносило большую радость и благословение. Вот. Ну и плюс, еще параллельно, наряду с такими успехами, наши взаимоотношения не всегда не были такими. Нужно нам было тоже и притираться, и какие-то мои амбиции, и ее амбиции, то есть и даже были разногласия и ссоры, то есть это тоже как-то влияло на нас. Ну, в общем, таким образом это все катилось, но, конечно, мирились, просили прощения друг у друга, любили друг друга, шли дальше. Вот, и сейчас общение 9 лет, и буквально год назад, мы с Фаиной начали серьезно говорить о том, что нам нужно начинать делать ремонт. Я ее за горло не брал, и она меня за горло не брала. Вы понимаете? Это, может быть, это не идеально, может быть, это как, ну, как вот у нас так, может быть, у вас по-другому, или у других людей по-другому, но мы не акцентрировали на это как-то сильном влиянии. То есть я понимал, что должно какое-то прийти время, чтобы ну, как-то в общине все устроилось, как-то утвердилось, поднялось служителя. Вот. И у нас с Фаиной как-то должно быть и время теперь на это, и понимание, и какие-то деньги, вот, чтобы это все начинать. И вот пришел такой момент, когда я понял, что на мне ответственность. Это было 1.5 года назад. Вот, я говорю, Фаня, ну что, надо делать ремонт, начинать делать, потому что это уже же невозможно. Вот, а я уже там за то время, пока мы жили в этой квартире, все те обои, там, которые отрывались, я уже там брал лейкопластер, и эти кнопочки, чтобы оно не падало, все, что я там не делал, конечно, ну, вот. И он, перед нами стал вопрос, что нам делать. Вот, и, а это ж... такое время, ну вот несколько лет раньше, ну и сейчас, в принципе, когда очень много людей, пасторских семей, они в бизнесе. Вот они зарабатывают деньги, вот, а я что-то понимал, что это как-то не мое. Вот я не могу, и Фаня начала расстроиваться, ну что ты хуже других, что ты глупый, там, ты дурак, ты, ну, как бы, ты не можешь совмещать и служение, и какой-то, чтобы у нас был доход, будущее, вот, и, ну, как бы, такое на меня начало взваливаться все. Я говорю, Фаина, ну, я не вижу себя как-то в бизнесе, я не могу, я понимаю, что вот это вот моя работа, это мой труд, это моя жизнь, это вот община, служение Богу, людям. Вот, ну, вот были у нас не такие спорные вопросы, но она видит, что я просто не могу. Вот. Хотя как бы есть некоторые, из большой части, некоторые служителя, пастыря, которые успешны в бизнесе. Вот. И как-то они это совмещают. Ну, что будет дальше, это же время покажет. Вот. Потому что есть и негативные стороны этого всего. И я узнал о том, что, ну, хорошо, если, допустим, я... не могу как-то вести еще какой-то, открывать бизнес, но я могу, у меня есть руки, вот, я так понимаю, что на меня ответственность, я не ленивый, я могу пойти, поехать куда-то поработать, на нефтяные скважины в Норвегию, вот, я там слышал, что там в Житомирской церкви отправляют туда, и христиане там как бы дают работу, и люди зарабатывают там за какое-то время, по несколько тысяч долларов. Труд, конечно, адский. Вот, но ну, я понимал хорошо. Или там еще куда-то уехать. Вот. Ну, она согласилась. Ну, в принципе, да, если ты там на 3 месяца уедешь, вот, или на 4,
может быть, мы как-то тут вообще не справимся, вот, если там какая, смотря, что ты заработаешь. Ну, как бы пришли к такому согласию. Я понимал, что это моя ответственность, все, мне это нужно делать. Вот, но без совета, без как бы благословения моих духовных наставников, я, конечно же, так не рискну оставить общину. Я еду к Борису Сауловичу, вот, он меня выслушал. Вот. Внимательно и благословил, говорит, едь домой в Бердичев. Ну, не время оставлять общину, безусловно, так он мне не сразу сказал, он подумал, вот, взвесил, сколько будет стоить ремонт. Ну, мы там уже к этому, мы вызывали там мастеров, они там нам считали, что мы хотим и как. Ну, квартиру нужно было полностью переделывать, ломать, потому что просто там уже все. Вот, я вот приезжаю такой, с одной стороны радостный, а с другой стороны, что делать? Вот. И вы знаете, ну, Сауч сказал, не переживай. Ну, вот, доверьтесь Богу, успокой Фаню, я еще и позвоню. Вот, ну, понятно, что нужно что-то делать, но доверьтесь Богу. И мы приехали домой, и вы знаете, через очень короткое время нас благословляют такой первой солидной суммой на то, чтобы начинать ремонт. И люди говорят, это вам конкретно на ремонт. Мы, конечно, опешили. Вот, и мы рискнули. Как бы из той небольшой части, конечно, ее очень много не хватало до всей части, вот, что мы планировали. И мы начали ремонт, мы переехали в однокомнатную квартиру, сняли, вот, и начали все ломать, и потом через, ну, Бог через людей нам дал вторую часть, и потом мы поняли, что мы можем взять кредит, вот, уже мы узнали, не просто взяли кредит, чтобы попасть потом, и чтобы этот кредит тебя взял за горло, и ты потом был должником, и все, и вы понимаете, да? Поэтому мы посоветовались с людьми, которые занимаются бизнесом уже давно, долго, неверующие, христиане. Вот, какой кредит, на сколько лет, какой у нас есть, допустим, там доход, чтобы мы могли его выплачивать. То есть мы очень это все исследовали, прежде чем мы взяли кредит. И мы взяли кредит, вот, и мы начали делать ремонт. И слава Богу, мы его за 8 месяцев сделали. И вот мы переехали теперь эту новую вообще квартиру, и теперь кто туда приезжает, вот, приглашаем вас тоже. Ну, действительно, это для наших служителей, там мы проводим разные встречи, действительно, Афаня у меня еще так со вкусом, она этот дизайн весь сделала, как бы, и, допустим, то, что мы там обновили, мы не покупали сильно дорогое что-то, а покупали, есть такие специальные магазины, где есть какие-то царапины, в бытовых, как они, уцененные, как они называются? Федеральные. Как? Как? Не, ну, оно как-то называется в Киеве, я забыл. В Киеве специально эти магазины есть, я не знаю, ли в Одессе. С как-то. Стоковые. Вот, стоковые, да, стоковые. И в Киеве очень много. Вот, ну, в Бердичеве у нас не так много было выбора, мы объездили Житомир, Киев, вот, и Фаня умудрилась, и потом, когда она рассказывала пастору Борису, Олегу Щербукову, которые к нам приезжали, не приезжали, просто аж помнили эту убитую квартиру, вообще, что сейчас, ну, все, что сделано, и все новое, и мы говорим, что мы в Стоковых купили это за эту цену, говорит, да вы что, так это же надо действительно иметь мудрость, уметь распорядиться и деньгами, и покупками. Вот, а там какая-то царапинка, все, она идет дешевле. Какая-то мятина, она идет дешевле. А нам же, оно же для быта, оно же не видно, даже если оно с той стороны. Вот, и таким образом мы сделали ремонт. Вот, поэтому это то, что, о чем мы говорим. Когда мы заботимся о Божьем, Бог позаботится о нас. И у нас прошло оно в таком просто согласии, в мире, в радости, не напряги вообще. Бог нам дал мастеров. Три комнаты. Да, дети взрослые, вот. Ну, в общем, приедете, даст Бог, Бердичев, вот. Хорошо, перерыв.